попадаются смешные вот такие комментарии людей, которые без фотографии, без аккаунта, знаете, как инкогнито. Идите и женщины работать. Мужики-то, да, может быть, вы за мужиками начнете ухаживать. За кем же вы будете ухаживать? За кем? Привет! Знаете, я когда вижу подобное видео, у меня прям сразу ассоциация такая: олень должен страдать. Потому что женщина прям такая четко говорит, типа, а если я буду работать, то все, ты от меня ничего не дождешься. Ну, а как же там развитие? А как же там, не знаю, независимость, о которой женщины так все время твердят? Иди работай, докажи, что ты самостоятельная единица, и потом уже как бы все дальше будет, как ты хочешь.